Очередное заседание ученого совета ВГУ началось с череды поздравлений сотрудников университета и вручения им почетных грамот и благодарственных писем. Об итогах мониторинга вузов, критериях эффективности высших учебных заведений рассказал в докладе ректор ВГУ Дмитрий Александрович Индовицкий. В целом и Воронежский государственный университет, и государственные вузы Воронежской области прошли мониторинг в этом году за 2012 год. Без потерь. Распределение контрольных цифр приема будет осуществляться всего лишь по двум критериям. Первый критерий – трудоустройство, а второй критерий – средний балл ЕГЭ на соответствующее направление подготовки. Одним из главных вопросов повестки дня стало обсуждение возможности развития на базе университета образовательных программ, связанных с биомедицинскими исследованиями. К каким группам специальностей относятся? Медицинская биохимия, медицинская биофизика, медицинская кибернетика. В университете существует научный задел по данным отраслям знаний и мировое признание научных школ по этому направлению. На заседании обсуждалась проблема противодействия коррупции. Были рассмотрены меры ее предупреждения, принятые в ВГУ. В 2012 году под председательством ректора ВГУ Яндовицкого Дмитрия Александровича создана комиссия по противодействию коррупции. Ведется работа по плану мероприятий на 2012-2013 годы. Созданы условия для обеспечения открытости финансово-хозяйственной деятельности. В завершение совета с докладом о внесении изменений в устав ВГУ выступил проректор по социальной работе Олег Викторович Кришаев. Нам необходимо с вами провести конференцию трудового коллектива для внесения изменений в устав Воронежского госуниверситета. Рассмотрен также ряд других организационных вопросов.